Всем привет! Давненько ничего не снимал особо, времени вообще нет. Погорячился немного, сказав, что заказов там на июнь, они до сих пор есть, и их не убавляется, поэтому редко что выдается сделать, тем более. Такая духота жуткая, что надоело уже жарище. Так, отдельно для Вадима хотел, Homelike Vaping, все его, наверное, многие знают. У него ручка для Rolls Razer. Она целиковая, они довольно редко попадаются у него в комплекте. Они бывают складные, бывают навинчивающиеся, можно регулировать вылет стержня. У него она целиковая, то есть там она, сам клинок вставляется под пружиненный шарик, и он, не надо ничего разбирать, надо будет ссылку ему кинуть. У него целиковая ручка полностью. Поэтому такой момент небольшой, но туда с трудом вставляется клинок, поэтому надо это учитывать. Ну и так, то, что интересное есть, разобрал несколько старых клинов. Не знаю, что там видно, еще не затачивал, только почистил. Mappin Web, один из старейших производителей, там еще лежит. Штук 7 разных, но других серий надо смотреть. Это осталось заточить, но вот следы времени, к сожалению, они присутствуют. Пока ничего не по ценам говорить не буду. Это у нас Джон Тюртон, также Клин старый. Здесь следы более глубокие, но данный клин вообще не использовался, хотя следы времени, убирать их смысла нет. Это менять полностью геометрию, потому как что-то многие интересуются в последнее время клинами из бюджета. Но из бюджета только варианты. И то относительный бюджет со следами. Это примерно 1830-1870 годы. Здесь вообще Silver Steel. По-моему, до 1830 года шла. Дальше уже там варианты есть разные. Также клин. Также не использовался в работе, но вот опять же следы времени. Здесь оправа кость. Это вот относительный бюджет. Если поискать такие бритвы в идеале, то цены совсем не гуманные даже. Со следами, с такими они очень хорошо котируются на рынке, и последнее время их все меньше и меньше. А цены выше и выше. Это не продажное видео, это так, то, что работа идет, но очень медленно. Плюс тем, кто едет в Сочи отдыхать, из, скажем так, заказчиков, ну, постараюсь там всегда выбрать момент какой-то. Если что-то несерьезное сделать по реставрации, то есть это внешняя полировка, чистка, заточка, то это день-два могу выбрать. Но это будем опять пересекаться, уже много людей написало. А так, конечно, со временем ограничено. Плюс еще висит тут много всякого железа. Да еще и своего чемодан. Когда все это делать? И в такую жару вот сейчас сижу и обливаюсь просто мокрым потом. У нас сейчас температура, наверное, градусов 28-29. Духота. В общем, печаль-беда. В мастерскую заходишь, смотришь на это все. Это либо только ночью делать, либо с утра. И то вот сегодня ветра нет, вчера хоть ветерок какой-то был. И, в общем, сегодня свободный день относительно. Сделал Вадиму Rolls Razer полностью, там поменял камень, кожу. Но отдельно. Ему уже, когда завтра постараюсь отправить. А там, когда дойдет уже до Омска, там уже и снимет, поэкспериментирует. Так, небольшой такой видеоотчет. Все заказы в процессе, в длительном, наверное, потому как всякой разной железяк набрал. Всем удачи, всем пока. Никуда не пропал.